На данный момент мы уже установили, так скажем, большую елочную игрушку, шар в центре города, на площади. Уже установили елку на набережной. У нас на этой неделе мы подключим электричество к данным объектам, чтобы уже работала иллюминация. Дополнительно будут установлены на опорах освещения это светодиодные консоли, которые также будут выполнены, так скажем, в новогоднем стиле. Дополнительно мы украсим корабельную рощу гирляндами, центральные входы сделаем. Консоли, которые у нас были установлены в том году, мы ревизию провели, которые находятся в исправном состоянии, еще можно ими пользоваться. Будут установлены также на центральных маршрутах. Дополнительно закупаем новые консоли, которые в основном будут установлены на проспекте Ильича, у нас от улицы Ленина в сторону улицы Космонавтов. Порядка 60 новых светодиодных консолей, которые будут установлены. Когда будем подключать к электричеству уже елку, которая установлена на набережной, также будут вывешены шарики, когда они также будут подключены у нас к освещению, в том же месте будут располагаться. Фотозоны у нас готовит школа искусств, то есть также дополнительно будут выставлены они и как на набережной, я думаю, в районе площади и в районе парка будут выставлены фотозоны.